Плюс написано. Скоро мы будем в Лос-Анджелесе. Вот накопил на Америку. Первое ощущение, то, что мы в США. Спокойно нас штрафануть могли. Охеренный вид, смотрите. Потому что жарко. Дало, да? Дало. Воу-воу-воу-воу-воу. А то будет очень больно. Как мне сейчас. Я тут. Багаж Игоря. Снимай нас хорошо, пожалуйста. А, вон нажать кнопку. Мы спали 2 часа. Нам предстоит 12 часов перелета. После, по нашему времени, по российскому, это будет час ночи, а мы прилетим 2 часа дня. Все, давайте, до встречи. Долетели в аэропорт Фридрихшафен, Варшава. Здесь лучше разговаривать по-английски, потому что русских здесь не любят. Но это не точно. Ну вот сейчас нас ждет 2 часа пересадка. Я расскажу вам, чем мы занимаемся. Ты можешь сказать? Возможно, вам это будет интересно. Это джамшут. Вот накопил на Америку. Поздравляю, друг. Увидимся с вами в Лос-Анджелесе. Салат с грибами. Потом закуски какие-то. Десерт малиновый. Какой-то тортик с настоящей малиной. Вообще прикольно. Самый интересный. Да, здесь... Такие джойстики, можно играть, смотреть фильм. И кто-нибудь видел вот такие вот окна? Посмотрите на эти окна, как они затемняются. Да, вот это, например. Покажи вот это и вот это. Да. То есть они разные. Вот. Именно сюда, в Лос-Анджелес. Сейчас нужно пойти в паспортный контроль. И далее пойдем искать нашу машину арендованную. Получили тачку, ждали Ford Escape, а нам досталась вот она. Тухсан. Смотришь фары? Посмотрел. Да, работает. Крутяк. Мы не спали почти 40 часов. Сейчас мы поедем в Walmart закупаться продуктами на дней 5:30 утра. Доехали в обсерваторию Гриффина. Мы сразу решили убить двух зайцев, посмотреть ночной LA и посмотреть рассвет над LA. Смотрите. Первое ощущение, то, что мы в США. Доедем? Все фоткаются. Будьте аккуратны с дронами при запусках, потому что, бля, сейчас мне чуть не расхерачило палец. Я оделся царапины прямо на ногте. О, значок Голливуд, давайте мы вам снимем его. А? Ну, смотри, я увеличил. Угу. Очень далеко находится. Лос-Анджелес нам спать не дает, мы встали в 6 утра. По планам у нас сегодня посетить обсерваторию, то, что мы сейчас уже выполняем. Далее Аллея Славы, Театр Кодак и потом Беверли-Хиллз. Начиная с рассвета, и здесь будет ставочка такая. Смотрите.
run free and dive into the sky. Here go in. Так, пойдем Ленар прикрывать, до него докопались. Как выглядит обсерватория? Правда, она, скорее всего, сейчас закрыта. Мы снимаем для вас специально две камеры. Ленар тоже снимает. Охеренный вид, смотри. Вообще крутяк. Совсем рядом здесь находится всем известная надпись «Голливуд». Вот. Ну, туда мы пойдем завтра. Все, теперь мы идем вниз, садимся в машину и едем в театр «Кодек». Идем теперь на «Аллею звезд». Здесь серьезные собачки, посмотрите на нее. Вообще опасные звери. Смотрите, где. Срать все хотели только на это. Это был знак не снимать на дрон. Почему мы такие вещи в последний момент видим всегда? Всегда, блин. Спокойно штрафануть могли. Утренние пустые улицы Лос-Анджелеса. На часах. 7 часов 11. Барбершоп. Много народу. Вот мы доехали. Паркинг стоит $20. $20. Поэтому мы сейчас едем искать бесплатную парковку. Посмотрим, найдем ее или нет. Надеюсь, найдем. Сколько нам? Час-два нужно всего лишь. И за это платить $20 это дофига. Мы отъехали всего лишь 100 метров и нашли бесплатный паркинг. Сэкономили 1500 рублей. Изи, изи. Идем к театру «Кодек». Стоило только нажать, ребят. Идем по Голливудской аллее славы. Тут очень много звезд и дорога. Это я даже не знаю, сколько, не читали Википедию. Но мне кажется, это километров 15-20 в лучшем случае. Вот, смотрите. Хочу зайти сейчас в Hard Rock Cafe, купить футболку, но время еще даже 8 нет, поэтому мне кажется, оно еще закрыт. Вижу театр, где проходит Оскар каждый год. Вот, смотрите. Пошли посмотрим, со скольки Hard Rock работает кафе. Ну что, примерно мне знать. Подожди, у тебя тут на груди то же самое, что ли? Сингапур. А я хочу Лос-Анджелес. Ёб твою мать. Долго сгорать. Может, перейдем? Я люблю ходить на красный свет. О, нифига себе, Рики Мартин. Смотрите, ребят. Ирин, я нашел Кристину Агилеру. Смотри. Кому интересно, Кристина Агилера находится у Hard Rock Cafe. Рок-шоп с 9 часов работает. Идем сейчас по Аллее Звезд. Вот такой бомжатский запах в этом городе. И именно вот здесь, на Аллее Звезд. Очень много бомжей, очень много бездомных. Но это одно и то же. Вот здесь прям сейчас жесткий такой запах. Фу, бля. Запах грязного бомжа. Или мусорки, свалки какой-то. Сап, засними мне, пожалуйста, контент этот больше, чем на один день. Едем сейчас в даунтаун Лос-Анджелес. Прикольное здание, да? Это Дисней. Здание Диснея.
Доехали до Беверли Хиллз. А ты 4К снимаешь? Нет. Сколько? 2.7. Мы идем искать ресторан покушать. Смотри, сколько стоит парковка в США. Бля, мы пометку не сделали, чтобы там. Все, поставил. Беверли Хиллз, в отличие от районов Даунтаун и районов, где Аллея Славы, выглядит намного лучше. Нам куда нужно идти? Прямо. Прямо? Начинаешь понемногу втягиваться в культуру США. Вот впереди Беверли Драйв идет. Пересёдки направо. Понял. Здесь уже совершенно другая Америка. Да. Прям вообще все по-другому. Это дорогая Америка. Да. Беверли Хиллз 90-210. Походу мы дошли, в общем-то, до заведения. Такое ощущение впервые, да, то, что мы находимся на вершине цивилизации, то, что здесь вышка, элитка, и действительно, да, то, что мы находимся в Америке. Вот первый раз такое впечатление, это Беверли Хиллз. Здесь нет бомжей, здесь не пахнет мочой, и здесь чисто. Вот это марсоход, бля. Какая расплющенная тачка. А, это Делориан, что ли? Делориан это. Нашли тачку из «Назад в будущее», смотрите. Ребята фоткаются. Какая уродная. Она уродская, но сколько меня. Времени мало, у нас осталось полчаса. В общем, программа у нас насыщенная, только мы ни хрена не снимаем. Мне кажется, совсем чуть-чуть, и ты сюда уже приедешь. Да. Совсем вот a little bit остался. Когда приезжаешь сюда, все масштабы вообще меняются сразу, да? Да. Все представление о жизни в корне. Смотри. Че? Какая тачка? О, я. Граница между нищетой и роскошью, она через очень маленькая. И нищета, она находится на Аллее Славы, как ни странно, да? Да. А роскошь на Беверли Хиллз. Кирина, смотрите. В курсе то, что мы на штраф сейчас пойдем? Нет. Вот будете в курсе. Многие, кстати, вот. Все стоит очень больших денег. А вот это напоминает Италию, Испанию, прям улочка Барселоны. Давай какие покажу. Подъемы, вот покажи, да? Почек. Порт дизайн, надо зайти обязательно. Порт дизайн заходим. Ну, на самом деле, я не люблю эту адидасовскую компанию. Ну, давайте зайду, посмотрим. Че, сколько стоит? I don't think you should videotape. Окей. Okay. Sorry about that. If you... Thank you. Thank you. Okay. Запретили нам снимать Porsche Design, да. То есть у нас в России сейчас его нет, да? Ребята пошли уже, поэтому я бегу за ними. Если бы вы быстро отвечали на вопрос, вы бы здесь жили, как бы вы ответили? Жили бы. Тут даже девочки красивые, я вам скажу. И у нас в России тоже красивые так-то. Там магнит. Я тебе скажу. Сап штерийского пробля. Да, он купил. За сколько ты ее купил? За 44 где-то получается, с налогами.